Йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале Не знаю, ребята, видно по мне или нет, но я вырос на таком мультфильме, как Даша Путешественница. Скорее всего, по мне видно. Я являюсь большим фанатом этой мультивселенной. Я пересмотрел все мультики про Дашу Путешественницу. Так я думал до этого дня. Ведь сегодня я узнал, что есть тайные, секретные, запрещенные серии про Дашу и Путешественницу. Именно их сегодня мы будем и смотреть. Поехали! Привет, я Даша. Привет, а я Хулибубе. А это животное. Привет, животное. Ты очень сильно похож на башмачка. И у тебя, кстати, очень крутые и модные сапоги, как вот эти. Сейчас это очень популярно и модно. Мы всю ночь бухали и заблудились. Типичный сюжет для Даши и путешественницы. Помогите нам вернуться домой. Окей, Даша, я спасибо, что спросила, я обязательно помогу. Животное говорит, что он жил на облаках. Он дурачок. Окей, мы никому не скажем. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам вернуться домой? Может быть. Скажите, рюкзак! Рюкзак! Я не шучу, быстро сказали рюкзак. Окей, рюкзак, рюкзак! Это моя любимая песня. Я рюкзак, я рюкзак! Ха-ха-ха! Я мудак, я мудак! Подожди, что? Как думаете, что Даша поможет вернуться домой? Это хороший вопрос, мистер Рюзак. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, значит, топор, кукуруза, водка, свинья, ножницы и клизма. Я почему-то думаю, что ей поможет водка, чтобы похмелиться, и, возможно, таким образом она вспомнит, где ее дом. Но я не силен в этих делах алкоголических, поэтому я могу ошибаться. Клизма? Клизма! Хороший выбор! И что мне с этим делать? Я это не выбирал, Даша. Слушай, внимательно. Я этого не выбирал. Пожалуйста, Башмачок, не смотри на меня так, как будто бы я выбрал клизму. Я предлагал водку, то, что ты любишь. Башмачок. Подуй в клизму. Башмачок, я бы не рекомендовал тебе этого делать. Ее засовывают. Да, с тобой не соскучишься. У нас ведь есть карта. Карта? Отправляйтесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь. Я карта. Я карта. Смело идите, куда захотели. Я приведу вас прямо к цели. Я карта. Я карта. Да я карта. Я карта. Она карта. Я карта. Башмачок, это же карта. Что ты наделал? Это ваш лучший друг, путеводитель. Ладно, пошли так. Вау, посмотри! Даша, как ты ходишь колесом? Я тоже так хочу! Башмачок, вот это да! Мне кажется, дом где-то рядом. Да, он сзади тебя, Даша, путешественница. Вот он, да, вот. Мусорка! Да вы... я не нажимал на этом! Даша, не кричи на меня. Чё, издеваетесь? Башмачок! Даша! Блин, ребята, что мы с вами наделали? Узнаем в следующей серии. А вот и следующая серия. Все хорошо, привет, они живы, Даша. С ними все нормально. А это животное. Привет, животное, Даша. Сегодня нам нужно добраться до леса и собрать грибов. Животное очень любит грибы. Я даже не сомневаюсь, если честно. Судя по его лицу, он очень любит грибы. Кто нам покажет самый короткий путь? Я думаю, что это карта, но вы ее убили нахрен. Правильно, Яндекс.Карта. А. Идите прямо 200 метров, потом налево до озера. Переплывете, и будет вам лес. Ну что, погнали? Вау! Это моя любимая часть этого мультфильма. То, как они ходят. Похоже, сейчас начнется дождь. Это тучка-дрючка. Давайте посмотрим в рюкзаке, что поможет нам не промокнуть. Давайте, нужно спеть песню про рюкзак. Я рюкзак, ты мудак. Скажите рюкзак. Рюкзак! Не тормози, говори быстрее. Да я сказал сразу, я даже песню спел. Я рюкзак. Я мудак. Ты ненормальный тип. Наши животные могут промокнуть. Как думаете, что им поможет? Блин, гуся бы хотелось выбрать, если честно. Но я думаю, зонтик будет более актуальным. Я выбираю зонтик.
Молоток! Хороший выбор! Нет, она убьет нас, не бери это! Спасибо, что выбрали молоток. Пожалуйста. Метатель все может. А, Даша! Басмачок, нет! Вау! Ребят, мне кажется, мы не помогли им на самом деле в предыдущий раз. Ну ничего, в следующий раз у нас точно все получится. Смотрим дальше. Ого! Кровавое озеро? Целое озеро шоколада. А, шоколада. А мне почему-то кажется, что это не совсем шоколад. Скорее всего, это... Нет. Бро, нет! Ну как, вкусно? Офигеть. Что нам поможет переплыть озеро? Озеро шоколада. Башмачку понравилось. А, я забыл, извиняюсь, завтыкал, я задумался, что это озеро говна, скорее всего. Это вот лодка вам поможет. Правильно, лодка. В этот раз мы неплохо так сработались, да? Они стоят на месте или мне кажется? Муха! Нет, башмачок, не надо делать так, вы упадете. Похоже, это не шоколад был. Мы добрались до леса. Это здорово. У нас была сегодня интересная прогулка. Офигенная вообще. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего. Мне понравилось больше всего, как башмачок поел говна. Привет, я Даша. Привет, Даша. Так, где этот блохастый алкаш? Подождите, где блохастый алкаш? Давайте его найдем. Вот, я вижу хвостик, он на дереве, вот он. Вот он, я вижу его. Это он! Есть! Сегодня нам нужно выйти из леса. Просто идите прямо и рано или поздно вы выйдете из него, потому что не бывает бесконечных лесов. Мы обращаемся, когда не знаем дорогу. Карта! Карта! Правильно, карта. Карте. Да. Я карта! Йоу, пам, пум, бракапам. Если отправляетесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь. Я карта! Я карта! Смело идите, куда захотели, я приведу вас прямо к цели. Я карта! Я карта, я карта! Она карта? Как думаете, басмачок ее убьет? А, ее унесел орел! Ну что ж, в этот раз пойдем наугад. Блин, я обожаю, как они ходят. Я тоже теперь так буду ходить, как башмачок. Это свинка. Ой, Пеппа. Эта бедная свинка заблудилась. Она милая очень, мне нравится. Мы тебя не бросим. Да, не бросать. Нет. Нет. Свинка, нет. Теперь ты будешь путешествовать с нами. Да, ты прав. Нужно идти, а то скоро стемнеет. Свинка! Окей, я переживу это. Она же все-таки с ними путешествует, правильно? Смотрите, это жулик. Бубик! Он спит, ребята. Похоже, надо спит. Тише говорить. Нужно вести себя тихо, чтобы его да. не разбудить. Закрой рот, дурак. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет успокоить животное? Возможно. Как думаете, что поможет Даше усмирить животное? Очень сложный выбор. Тут вот это, ребята, наверное, вот это, да? Нос клоуна? Смотри, не потеряй. Он мне еще пригодится. Ну, потому что она в цирке выступает. Слушайте, жулик вроде классный. Вроде не разбудили жулика. Да, вроде нормально. Поздравляю, все. Мы вышли из леса. Поздравляю. У нас была сегодня интересная прогулка. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего. Мне понравилась свинка, но, к сожалению, ее финал мне не очень понравился. Машина! Это Тесла-мобиль или Сайбертрак, по-моему. Ой, блин! Дай порулить, дай порулить. Новую тачку разбил. Привет, я Даша. Илон Маск будет недоволен. А это животное. Животное, привет. Вы слышали?
Я слышал, это паровозик. Это же паровозик. Наш старый друг Тарантас. Тарантас? Давайте подойдем, поздороваемся. Давайте. Здорово. Здорово. Давно не виделись. Привет. Покатаю бесплатно. Я Тарантаса знаю давно, так что никакая это не ловушка. Тарантас хороший, это видно сразу по его зубам и шальным глазам. Иди, садись. Давай, машину садись, разбил, животное. Теперь только на поезде будем кататься. Да, за тачку давай, обидно. Давай, Тарантас, стартуем. Поехали! Вау! Быстрее, Тарантас! Там написано в ад. Тарантас, потише, мы никуда не торопимся. Ну, как это никуда? Там... Стой! Послушай, держись! Ты сейчас макаку угробишь! Ой-ой! Судя по его глазам, он любит скорость! Держись, беспечок! Животное, ты только держись! Слишком быстро! Беспечок скоро вылетит! А, все нормально... Похоже, нам с***ец. Тарантас опять забыл таблетки принять. Да, Тарантас, конечно, вас подвел, блин, со своей шизой. Веселая дорожка. Может, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? Может быть, тебе всегда рюкзак помогает. Вау! Даша и животное попали в сложную ситуацию. Как думаете, что им поможет? Им поможет, блин, вот это хороший вопрос. Давайте посмотрим внимательнее. Часы, книжка, ёршик, гусь, доширак и вот эта дудка. Я думаю, что гусь в этот раз точно им должен помочь. Я выбираю гуся. Я выбираю гуся. Нет, не ёршик. Даша, земля тебе пухом. Вы что, прикалываетесь? Это что за фигня? Бро, я выбираю... Эй, не разбивай мой экран, окей? Я выбирал гуся, он точно бы помог. Ай, у нее явно будет болеть голова с утра. И что это за место? Это ад. А это вы узнаете в следующей серии. Нет, там же написано было в ад, значит вы в аду. Ну давайте смотреть быстрее следующую серию, чтобы узнать более все детально и подробно. Поехали! Привет, я Даша. Привет, Даша, я знаю. А это животное. А это черепашка, и мне ее очень жалко. Слизняка не очень, а вот черепашку очень сильно даже. И мы в аду. Окей. Как видите, за месяц мы тут немного обжились. Да, нормальная хата так. И я вам скажу, здесь не так уж и плохо. Здесь горячие ванны. Всегда причем. Бесплатный массаж. Вау! Кстати, очень расслабляет. 100%, особенно вот эти иглы. И всякие вкусные деликатесы. Единственное, крики ночью мешают спать. И чуть не забыла, мы нашли эту штуку. Это портал, 100% это портал. Здесь даже инструкция есть. Тут написано, нужно собрать 5 камней, чтобы активировать портал. И похоже, это единственный вариант, как выбраться отсюда. Ну что, давайте отправимся на поиски этих камней. Let's go! Вау! Я бы туда не прыгал, серьезно. Выглядит заманчиво, но я бы не прыгал. Смотри, животное, это то, что нам нужно. Да, это вам нужен этот диамант. И, кстати, животное должно хорошо лазать по веревкам. Но это не точно. Но, скорее всего, он должен туда сам полезть. Давай, иди. А, не хочет. Да не бойся. Если достанешь камень, я тебе дам шоколадку. У меня как раз в рюкзаке одна завалялась. А вот это кайф. Ради шоколадки я на многое готов. Давай, животное, у тебя получится. А если не получится, то придется новую мартышку искать. Окей. Давай, башмачок, у тебя получится. Не паникуй. Не паникуй. Ему не помогают мои советы. Иди прямо. И не смотри вниз. Смотри в ГЭС. Это жопа по-волгарски. Давай, 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 еще чуть-чуть, давай. У тебя получится, прыгай. Или лучше не прыгай, но как-то схватись за этот Диомонте.
Давай, 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 давай. Есть. Изи. Изи. Слушайте, это очень талантливый макакон. Есть. Молодец. Это как-то даже легко было. Она съела его шоколадку. Ему это явно не нравится. Ух ты, блин, он разбудил злого осьминожка. Хотя, если честно, он выглядит достаточно добрым. Ой-ой. Беги! О, они бегут как Наруто! Слушай, в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? 100%! Давай, рюкзак! Работай! Даша и животное попали в сложную ситуацию. Очень сложно. Как думаете, что им поможет? Хорошо, я думаю, что им поможет, значит, туалет. Потому что из него может выйти какой-то скибидист и спасти их. Мука? Это дымовая завеса, мука! Он не ожидал такого. Никто не ожидал, если честно. Они спаслись. Вроде пронесло. Первый диамант есть. Осталось еще 95. Поздравляю, мы на один шаг ближе, чтобы выбраться из ада. У нас была сегодня интересная прогулка. Напишите в комментариях, что понравилось вам больше всего. Ну что ж, ребята, эти серии оказались сногсшибательные, мозговыносящие. И мне нужно, немножечко время, чтобы прийти в себя. Но я знаю, что есть еще серии этого сериала. И если это видео наберет 20 тысяч лайков, то я сниму вторую часть, как мы вместе с вами посмотрим. Как я смотрю этот сногсшибательный сериал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте поставить лайк. Всем пока! Пока ты сидишь на диване, кто-то ломает спагетти в игре про спагетти, часть вторая. Теперь в игре про спагетти стало всего в 2 раза больше. В игре появилось в 2 раза больше крутых блогеров, в 2 раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто, да? Покупай крутые предметы и выбирай сам, как будет выглядеть твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спагетти появилась карта. Теперь ты можешь ломать спагетти не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа, отстой. Ломай спагетти на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спагетти прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь сломать спагетти прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.